Дорогие наши женщины, мамы, бабушки, сестры, дочки наших дорогих клиентов, ребята, мы поздравляем ваших мам, бабушек с 8 марта, с этим замечательным днем. Я считаю, это как бы, ну, день женщин, то есть день весны, день тех людей, которые создают нам тепло. Те, во-первых, кто нас родили, потому что без женщины не может появиться человека. Во-вторых, это люди, которым мы обязаны, в принципе, всем. То есть женщина всегда нас услышит, послушает и так далее. Вот. Желаю что? Желаю, милые женщины, приезжайте 8 марта в Автокасту и покупайте подарки своим сыновьям, мужьям, внукам и так далее. То есть мы вас всегда ждем, будем обнимать, целовать, поить чайком. Вот. Ну и отличного настроения, конечно же. Пока-пока.